Добрый день. Значит, наш клуб называется «Векселяция римских войск провинции Нижняя Мёзия». Это часть солдат римских легионов, которая служила на границе с варварским миром. И в нашем регионе такая часть такого подразделения стояла в нынешнем городе Белгород-Днестровске. Там найдены остатки векселяции и остатки римских сооружений. Вот. Члены нашего клуба занимаются не только реконструкцией античной темы, мы занимаемся реконструкцией и российской императорской армии, и 17 века европейской, и нашей украинской, вот, вплоть до 20 века. В эти дни наш клуб поможет организации и фонду показать, как выглядели римские солдаты в первом веке нашей эры. Как они были снаряжены, чем они были вооружены, как они жили в быту, то есть будет представлена палатка, в палатке будут бытовые вещи. Каждый желающий сможет увидеть реплики античных вещей, античного вооружения, вот, античной одежды. Все у нас изготовлено руками. Все предметы пошиты согласно аутентичным образцам античным, найденным археологическим находкам. Вот. По многим предметам мы стараемся показать именно те элементы вооружения и снаряжения, которые были у римских солдат именно в нашем регионе, в Северном Причерноморье. Это несколько отличается от римской армии на континенте и в Италии, а также и на Востоке. Вот. Ну, собственно, вот так вот. В пятницу в 2 часа будет небольшая научная часть с докладами, потому что члены нашего клуба занимаются еще... У нас есть и историки-профессионалы, и историки-любители, как я. Я художник, но историк-любитель по совместительству. Вот, пишу статьи, иллюстрирую их. То есть у нас будет небольшая научная часть с докладами от участников клуба. Спасибо большое, журналист. Есть вопросы? Пятницу какое число? 18-го. А какое количество легионеров будет от вашего? На самом деле у нас около 10 человек. Сейчас, я думаю, как минимум 6-7 участников будет представлено.